нему главное подобраться сейчас, ребят. Сейчас я хочу, мне писали, что можно на мотоцикле влезть в этот, на небоскреб и с мотоциклом прыгнуть. Сейчас посмотрим. Я уже два раза провалил миссию, где шпионить за журналистом. Два раза я ее провалил. И, в общем-то, у меня уже сейчас пропало настроение пока что в нее играть. Так, 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 секунду, секунду. Где он? Где он? Так, подожди, подожди. Это что ли он? Да вот, блин, горелый-то, а? Нет, сейчас вот хрен его найдешь. Я думаю, что вот здесь. Так, смотрим, смотрим, подожди. Вот я его потом найти не могу. Сейчас придется опять отъезжать на приличное расстояние. Отъезжаем. Потому что я не могу понять, где он, этот небоскреб. Так, вот отсюда тогда здесь у нас стена. Вот к нему трудно подобраться, понимаете, в чем дело? Вот отсюда он виден. Нет, отсюда он не виден. Вон он, вон он. Это ведь он? Подожди. Да, это он. Это не я, это он. Так, да, такой хруст костей вообще меня просто изумляет. Так. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Ну, посмотрим, хорошо, давай посмотрим. Просто либо мотоцикл уже есть там. Да. Шик. Так, а где тут трамплин-то? Трамплин-то где? В какую сторону прыгать? Что, я перееду это? А, вот трамплин. Так, так, так. Настраиваемся тогда на него. Так, так. Вот так. Чтоб прямо на него. И в следующем видео я прыгну. Так, вот так, вот так, вот так, 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 так. Вот так. Хорошо. Ребят, смотрите следующее видео. Так, тихо, 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 тихо.